программе партии регионов есть четкое положение, наша позиция относительно того, что 51 мандат должны избираться по одномандатным округам, а 50 человек должны избираться по партийным спискам. Почему мы себе записали эту программу? Потому что мы бы хотели, чтобы новые лидеры, новые лица, региональные лидеры, которые сегодня состоялись, есть в регионах, чтобы они имели шанс быть избранным в парламент Республики Молдова. Потому что нынешняя система, когда возле лидеров партии формируется какое-то ядро, клан, и оно просто отсекает возможность для молодых лидеров продвигаться в парламенте, реализовывать свой потенциал и защищать потенциал своего региона, чтобы регион развивался. Поэтому это решение, конечно, нашей партии поддерживается. Да, я признаю, что есть риски. И эти риски прежде всего связаны с тем, что мы видели в Гагаузии. Когда человек вроде проходит, продвигается как независимый кандидат, обещает людям решать вопросы населенного пункта, проходя в парламент, он начинает зарабатывать деньги, переходя в одну партию или в другую партию. Мы это видим и в молдавском парламенте, даже при существующей системе, когда партия продвигает своих кандидатов, и потом эти кандидаты переходят с одного формирования в другое, мы видим это и сегодня. Поэтому чего этого бояться? Наоборот, население тоже должно фильтровать. Надо научиться отделять зерна от плевел. И люди тоже должны более тщательно подходить к подбору этих лидеров. У нас система какая? Обязательно клан берет кого-то в оборот, имеет на него соответствующий компромат, и тогда он верно служит этому клану. Так вот этого надо избежать. Если мы в 21 веке, если мы провозгласили европейские демократические ценности в нашем обществе, если мы их внедряем, нормы европейские, значит и в этом плане тоже должно быть такое же внедрение. Ответственность должна быть. Риски, конечно, есть, что они, эти лидеры, могут пройти в парламент, а потом просто-напросто их купят, и они окажутся в обойме какой-то политической партии. Да, такие риски есть. В этом случае должны быть механизмы отзыва. И этот механизм должен быть простой и доступный для населения. Не оправдал доверие населения, мы тебя отзываем назад. У нас же в Гагаузии до сегодняшнего дня нет законного механизма отзыва депутата Народного собрания Гагаузии. Башкана никаких проблем нет отозвать. А как отзовешь депутата? Поэтому нужны ограничительные меры в законодательстве Республики Молдова. В том числе и по подкупу избирателя, в том числе и по переходу с одного в статуса в другой. Ведь мы же выступили с инициативой, я вышел с этой инициативы в парламент Республики Молдова, правительство Республики Молдова, что если он избирался по спискам одной партии и потом покидает это политическое формирование, он должен сдать свой мандат. Но тогда я получил ответ, никто не соглашается, что мы вроде как ущемляем права человека. Да ничего мы не ущемляем. Шел с одной партии, будь добр, отработай до конца своего мандата в этой партии. Или же сдай мандат и иди работай в другую партию. Это будет справедливо, это и население поймет.